Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Бармен Плей. И мы продолжаем играть в прикольную игрушечку MMORPG Ashville. Прибыли мы в город Надежды. Или Надежды. Суть не в этом. Но прибыли точно. Посмотрим сейчас, что за городок. Так. А, замала. Вы, дурень. А, 没看到我这忙着呢. 你有什么想打听的, 去红泥小屋就行了. 往这里走就是. Мы镇长擦雕像，拨给镇长干活，干得好就能分到水喝。你可小心点儿，这雕像整个镇子只有一个，是镇长的宝贝。瞧瞧这鼻子，这眼睛，这神器跟咱们镇长，哎，放尊重些。镇长前成功是咱们镇最大的人物，咱们每天能喝到水都得仰仗他。 Статуя мэра, да, нормально. Так, ну давайте обследовать, что тут есть. Денежки возьмем. Денежки нам всегда нужны. Ну, это большая ратуша, но как бы туда. Вот и все уже на этих катаются. Табачки ходят. Местный алкаш даже говорить не хочет. Так, это у нас здесь что? Ковров тянуться ночью? Я改造手里的家伙吗，朋友？ Так, что ты торгуешь? Так, мы его можем сейчас сбагрить, да?
это она, наверное, печет туда же. Так, а то мы пока посмотрим. Барахло всякое бы насобирали бы. Так. Ох, народ тут набежал, так как. У нас тут есть склад, куда можем что-то положить. Положим пока дробаш. Кинем пока такое что-то не особо нужное, да? Потом ведь что сюда это можно продать? Так, это на пока рано, мы положим тоже что-то. Так как одеть мы пока цену не можем, да? Так, а что есть у тебя, а? Зоби шэнги, еши джалга пэн. Шанги манги. Так, броня еще, но надо три этих. Винтовка есть получше. Снайперка есть такая довольно хорошая. Вот рюкзак можем купить, кстати. Побольше будет. Можно, в принципе, и броню купить. Так, значит, оружие пока не знаю, особо нужно ли покупать, нет? Талис побольше, это побольше. Сколько она будет стоить? 500 аж, думаю. Ладно, пока хватит нам брони, так сказать. Сейчас попробуем броньку одеть. Вот. И рюкзачок маленький. Тогда мы можем торговцу... Ха-ха-ха, можем продать. Так, что здесь есть еще? Да, городочек большой такой, блин.
Так, а нужно нам будет сюда в бар зайти, да? Все, давайте везде тут полазим, поищем. Здесь всякие ящички. Может, что-нибудь еще вкусненько найдем. Так, а он торгует чисто едой, да? Понятно. Будем знать. Так, а там у него есть ящик, да? Там не пройти, и пока он... Дендан, чинь дао гуйтай на бен. Так, присизи, создай гильдию. Так, а можно это как-то сделать потом? Мы сделаем это потом. Пока нам особо гильдии ничего не надо. Ой, красота какая. Ты на кого лаешь-то? Так, там выход, 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 да? Второй почтовый ящик, ну-ка, смотрим. Почта какие-то подарки нам походу прислали. О, все кристалл. Так, значит сделать, что типа получить, что понятно. Пока не будем туда лезть, алло. Нам пока это не пока надо все. Это мы все, все взяли, все забрали. Почта работает. Хорошо. Торговый с наборами. Подарочник. Ага, тут код вводишь и типа. Ну, тоже интересно, да?
Под старый робот стоит. Два мужика спорящих. Сейчас, ребята, тут обследуем психотики, посмотрим. Все-таки интересно все узнать, что почем. Где-то что есть. Если барахло вот собираем, ну, наверное, нам нужно. Старый дом. Ну, пока нам никуда ничего нельзя. Ладно. Идем в бар. Бар Красный Ил. Идем туда. Уровень, да? Здесь такие ребятки уже там мощные стоят. Довольно мрачно, но мы войдем. Так, а мы это можем получить, да? Ну прикольно, прикольно, мы это. Давайте ей еще это расскажем. Нам вообще не хватает пока. Ладно. Нам дали какой-то дробаш.
听说了吗？镇长和副镇长差点在镇公署打起来。能好啊，这位外来的客人。哦，谁介绍你来的？不过你来对地方了，希望镇的事儿你尽管问。客人，你不会是说笑吧？一个30年前的过路人，只有这一张老照片，这怎么找？不过倒也不是没有办法，30年前镇子刚建立不久，人比现在少得多，兴许镇公署那边会有什么记录。上任镇长钱朴在的时候，镇子管理很严格，当时环境比现在艰难得多，出入镇上都是要记录的。如果你找的这个人曾在希望镇住过一段时间，留下线索的可能性还是有的。不过嘛，一般人没那层关系可走不得。我可以帮你做个人情引荐给镇长，只不过这个人情嘛，起码得这个数。看你也不像什么有钱的样子，这样吧，你帮我个忙，我有个老朋友在金凤当铺当过一枚银戒指，一直赎不回来，你想办法把那枚戒指拿回来。我嗯哼，так, ну давайте, нам сразу дали задание, пойдем попробуем добыть. Только прикольные музычки. Здорово, все, конечно. Так, вот ламбар, может быть, там как раз можем проникнуть? Дорога какая-то. Здравствуйте. Я тут так это... Просто хожу туда-сюда. Так, а мне теперь что, не выйти отсюда, да? Что мне делать? О, это как-то по дорогу сюда прошла бы. Так, и как же нам... Как нам будет отсюда теперь? Алло. Так, походу мы сломали игру, нам сейчас не выйти. Это пипец. Так, что ты стоишь, подруга? Ну, а это как-то ушла. Почему нас туда отбрасывают, тогда? Да уйди ты с дороги, как пройти туда, а?
И что нам делать? Как вот она выбежала? Вот как она выбежала? Почему меня не пропускает? Выйдет, слушайте, ломбарда, бля. Блин, вот я так не думал, что какой-то баг попадал. Чепец. На этом, походу, закончится наша жизнь. Так, а мы можем как-то это самое... Ой, неужели? Ну, неужели? Сработало бы. Хэй Мудан ка мэй лай гуо дэн ли. Во чэ сяо бэн сэнг и, гонг бу ся та нэ цэн да фу. Нэй ху ли джин бу чэ дао да шэнг ла нэ тяо сян. За си вонг чэ вэй ба дао куа чао шэнг тян ла.什么事啊？咱们当铺都是以六个月为期，六个月内只要能还上本息，保证物归原主。是黑牡丹的狐狸精派你来的，告诉他一万次了，那个当戒指的穷鬼凑不齐钱来赎，按照惯例，戒指已经归了当铺。 黑牡丹先前送过来的那点钱啊，也就够个利息。想赎，想得美。对。 А, она все-таки сюда отправляет опять. Конечно, поможем ему. Давай, сваливай. Так, а мы взяли какой-то чип с вами.
Ладно, что, экипировали чипчик. Тоже неплохо. Вот, упали мы вниз, а там, небось, всякие твари ходят. Нихрена нам тут дали свой пулемет, бля. Вот и кольцо как раз. Так, барахличку набрали, можно продать. Так, убили жучков, отняли кольцо. Походу на него будут желудки. Да, всегда пожалуйста. Так. Тебя денег, конечно, немного. Так, вот это, наверное, все-таки вот получше будет, даже не знаю. Может, как-то так отдадим барахлом? Так, снайперка. Снайперка тоже хороша. Тоже 500 стоит, но пока. У нас и так растраты небольшие. Давайте сюда пока поставим, посмотрим, потому что это как она будет. Кормовая винтовка, ставит пулемет, как раз пулемет и винтовка, да? Thank you.
Так, мы пока снимем сюда. Пулемет пока оставим. Может быть, пригодится нам. Так, ну вроде здесь больше пока скидывать ничего. Так, а это что стоять? А, это, по-моему, с эффектом можно. Можно сделать, по-моему, патроны и все такое, да? Точно. Так, на боеприпасов, насколько я помню, у нас хватает, по-моему. Водолаз. Так, пойдем.大厅不咋喽，还是这家老板娘有门路，什么时候都能搞到手。Так, нам нужно, короче, отнести записку, посетить мэра, найти еще яйца. Так, ну я думаю, может к мэру ходить попозже. Пойдемте сходим, отдадим посылку. Хочется побег немножко пострелять. Мэром мы сюда успеем.
Так. У нас появился еще одно очко. Если типа перекатываешься, снижает урон, да? Кстати, вот хорошие перки. А, вот типа вот это замедление времени. Два очка надо, блин. Ладно. Давайте пока будем копить. А нам нужно вот сюда. По пути будем заходить, изучать. Они сами без меня справились, что ли? Так, отлично, задание выполнено. Так, а мы с ним это... Торгануть-то посмотрим, что у него есть. Что такое? Печень дикобраза. Кожа ящера. У него стоит прилично, 40 аж ел. Так, а нам продать его нечего. У него еще и ресурсов не хватает. Ну ладно. Так, охотники, надо дикобразов. Так, что тут, никакие фишки не валяются. Ага, есть ящик. Так, штурмовать и тут 5000 патронов есть. На это тоже было. А, они патроны от одного. Либо из автомата стреляешь, либо из...
Так, тут по-любому будут враги, да? Ага, дикобразы. Ну вот она, печень дикобразов. Так, тут, наверное, должны ничего дикобразики бегать. Это такой был. Типа... пострашнее. Так, там уже есть сильный дикобраз. Ходит, да? Так, а где-то еще был маленький дикобразик, по-моему. Бежал, что ли, уже? Ну, значит, убежал, наверное. Так, что нам дали там фиолетовая? Шапка, шапка плохая, надо будет ее продать. Так, 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 так. А у нас еще здесь есть вот что. Это, короче, подарки надо будет отдать. Их нельзя продавать. Так, а мы правильно идем туда? А, мы немножко неправильно идем. Вот, походу, лагерь. Нам сюда вот надо. Угу, нам сюда и надо. А вот как раз есть яйцо. Глядишь, мы и то задание сделаем. Уже просил яйцо ящера. Так, все, что, мужчина, чем у вас еще поживиться книжка? Старые-старые письма. А-а.
Так, ясненько. Мэра. Так, надо. А, я тут ящик нашел. Выбираться надо отсюда. Так, нужно вернуться обратно в город, да? Сделаем кружок небольшой, мало ли, вдруг что найдем. Может, еще яичко добудем. Так, а там у нас дикобраз. ППшка тоже хорошо выносит. Да. У вас ППшка даже лучше, чем это. Автомат. Этот. Так, ну тут хорошо зачистили. Может, мы даже зря на нее деньги потратили. А, вот там рюкзак передали, письмо, да? Хорошо. Так, впереди дорога разветвляется на три. А перед ней вы видите очень странный дорожный знак. Пойти налево, пойти посередине тропы, пойти направо. Пойдем посередине. Так, вы решаете пойти посередине тропе, да? Дорога кажется спокойной и безопасной. По крайней мере, по краям ее выйти стальные луны. И вперед, черт. Ёб твою мать. Сейчас бахнула. Пойти направо. Это я там все-таки куда-то пришел. Ё-моё, тут уже что-то всех убили, бля. Множество трупов псов лежит. Кто это сделал, интересно, бля. Может, там не зря бабахнуло что-то?
псов всех убила, а потом мне просто пробежаться с собой. Тайм мертвых псов. Кажется, на них напало более сильное существо. Ну, понятное дело. Текущего реста, ну все сделали. Не, прикольно, так можно бегать, стучать. Вот. Тут тоже собаки есть. Это просто отдача меньше. Так, кстати, у нас 2 очка. А что это за замедление такое времени? Нет. Тоже хорошая штука, конечно. А я давайте возьму. Пусть будет. Так, нам надо в город отдать, потом квест. Продаться надо. Так, конечно, на этом... Такое сказать, животным хорошо ездить быстро. Чем так бегать-то? Так, а сколько нам за 26 монет? Ни на что не хватит.
Так, это мы продальше смогли.感谢惠顾。У этого до хрена денег, да? Так, нам, конечно, снайпер тоже нужна будет. Подкупим еще ниже. Так, нам нужно в бар отдать Мишка. Потом уже пойдем к мэру. Можно, конечно, попробовать побегать, полутать, пострелять, а потом и к мэру сходить. Ну, давайте, ладно, сходим к мэру.大家安静一些，慢慢说。等镇长回来，一定会给大家解决的。什么？你在问什么？有事排队说。大家静一静，静一静。 Короче, устроим роль вышибала, это пойти типа деньги вышибить.
家已经好几天没买上水了。大家静一静，静一静。Давай, вот так бежимся, посмотрим. Так понимаю, мэр выступает, да? Так, ну что-то с мэром пока непонятно. Пойдемте собирать налоги. Так, это с него поход налоги на собрать. Так, ну что, крысы завелись, да? Надо уничтожить крыс, получить деньги, а не заплатить налоги. Хорошо. Идем на свалку. Какая такая сюжет, видите, сходи туда, принеси то, делай это. Ну что, крыски, где вы? Я иду к вам. Ага, тут не только крыски были. Крестки, паучки завелись бы. Куда убежали? О, тут что-то будет большое. Баба. А вот и крыс, да? Вот такую большую уже убивали, блин. Это так еще маленькие.
Вот она. Какой зараза, да? Готовы. Так, подождите, мы не взяли барахолку. Так, и у нас новые штаны. Можно их хотя водить? Отлично, прикольные штанишки. Так, ну, по идее, все, все. Так, теперь они нам заплатят налог. И будет хорошо. Так, ну что ж, давайте платить игру. Так, понятно, где-то нас типа наебали, да? Рычит, да? Злая собака. Ну-ка. Я думал, что ее покормить можно. Так, мне заплатят только в следующем месяце. Ладно, давайте сделаем доброе дело, что ли. Так, теперь с этого будем собирать. Я понять, что все платите, надо только это. Давай.
Да, хитро. Налоги не платишь, воды не получишь. Понятно.把你的证件、税票、齿轮都放在窗台上。отлично, задание сделали. А вот и мэр. Такой, как не очень на мэра он похож. А既然我还是这个镇长，你们的问题我一定会解决的。这个水嘛，你有问题就按程序上报，我们镇上有专人接待。你找办事员和找我不是一样的吗？人人都直接找镇长，坏了规矩，后果你想过没有啊？啊，黑牡丹这小妞真会跟我整事儿。抽个时间，我要好好教育教育他。算了，就例外一次。你有什么事找我？哎，30年前的记录，让我跟你怎么找啊？希望镇虽然是个小镇，不过镇上人来人往的，这么一个普通人。哦，啊，那个呀，我知道了，我知道了。等等。我有别的办法，刚刚我被提醒了一下，希望镇有个地方，没准和你找的这个人啊有什么关联。许多年前，一批外地人在上任镇长，就是我老头的许可下建了三鲜食堂。当年到希望镇的不少外来人都是冲着那里去的，你可以到那儿查一查。Так, ну что же. Ну что же, поговорили мы с мэром. Он нас отправил следовать в столовую. Со вкусом. Так, ну на этом мы прервем серию. В следующую серию мы отправимся в эту столовую. А сейчас я вам пожелаю всем приятной игры. Всем приятного просмотра. Всем пока-пока. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик. Всем пока-пока.